Мой называется «В гостях у России и Украины». Сегодня у нас вторая встреча с экспертами трансграничного сотрудничества. Вам такую адженду, такое содержание, чтобы мы поработали вот таким образом. При помощи мы будем работать доски Lino. Я просила вас всех зарегистрироваться. Постараемся, если бы Алексей и Юханес... And also I can see some other friends. Have enjoyed. Last. Граничного сотрудничества на примере опыта Харьков-Белгорода. Мне кажется, что это неправильно. So sorry, that. Yes, of course. And you see login in Chimney. С точки зрения. To show the international community. Australian experience of Harkov Delta. Прошу прощения, Сергей.